Бонжур всем, кто зашел на мой канал. Сегодня я хотела бы показать сад в нашей парижской квартире. Это, конечно, просто чудо какое-то. Когда живешь в городе, и у тебя есть возможность выйти в сад. В Париже вот такие вот окна в пол. Мы, конечно, посадили тут... У меня в планах разбить огород. Потихонечку у меня уже сходят тюльпаны. Петрушечка. Мята. Здесь уже были растения. Какие-то вот вьющиеся. Вьющаяся изгородь, он вот этот куст разросся, его потихонечку весной придется обрезать. Также тут рос бамбук. Я думаю, что я немножко путаю бамбук и тростник. Бамбук, наверное, может быть тростник. Если кто-то знает, что это такое бамбук или тростник, напишите, пожалуйста. Также меня интересует, как за ним ухаживать. Нужно ли его поливать или он растет сам? В принципе, я его не поливала. Как вот рос за полгода, так ни разу, наверное, зимой не следует поливать. Земля и так очень влажная. А, здесь еще была чудесная беседка. Зимой, конечно, листики облетели, но к весне, я думаю, что она обрастет и будет чудесно. Решили елку не выбрасывать. Я его там обрежу, веточки. И... сделаю компост. То есть все пойдет в дело. Вот в углу бамбук или тростник подсох, но листики зеленые. Я думаю, что это просто из-за того, что зима. А здесь я планирую весной посадить травки. Петрушечку, укропчик. Вот у меня уже петрушечка взошла. И здесь также выход в спальню. Вот такой чудесный садик. Мне очень нравится заниматься выращиванием растений, цветов. Так что как только потеплеет, планы грандиозные. Так, для того, чтобы сократить потребление мусора, пищевые отходы я собираю от очистки от овощей и фруктов. Вот в емкость. Потом это закопаю все в землю, будет прекрасный компост, и будем выращивать экологически чистые овощи и фрукты. Очень хочется попробовать вырастить урожай огурцов, помидорчиков, потому что, ну, не то, что из-за того, что тут все стоит безумных денег, это тоже, но просто мне очень нравится возиться в саду, и если есть такая возможность, а у нас она есть, садик примерно... 40-50 квадратных метров за заборчиком. Тут можно посадить какие-то вьющиеся растения. Вот такие планы на весну, на лето. Также большие планы использования этого участка для отдыха. В принципе, даже зимой, зима тут очень мягкая, градусов. Зимой до 15 градусов доходит тепла. Периодически мы тут завтракаем. Осенью завтракали прям каждый день на выходных. Очень мягкий климат. Это здорово. Это такой большой плюс. Ну вот, это мое второе видео начинающего блогера. Всем пока!